29 сентября природный парк «Птичья гавань» стал центром притяжения более чем для 700 амичей. Укрепить свои физические кондиции, приобщиться к здоровому и активному образу жизни. Уже четвертый год подряд такую возможность дает Всероссийский день ходьбы. Это прежде всего вот наше такое правильное, спортивное и жизнеутверждающее единение, которое, в общем-то, вот эти праздники, которые по линии Олимпийского комитета России проводят, мне кажется, их задача – это вот прежде всего приобщение людей просто к здоровому образу жизни, к какому-то такому позитивному общению, ну, естественно, понимание того, что олимпийские ценности, наверное, одни из самых главных ценностей в жизни любого здравомыслящего человека. Еще за час до старта участников спортивного праздника ждала развлекательная программа, мастер-классы и разминка. Популяризация ходьбы как самого естественного и доступного вида физической активности – основная задача мероприятия. Ходьба дает здоровье, хорошую улыбку и заряд позитива. Мы хотим просто поучаствовать в этой акции, ведь это здорово. Всегда приятно ходить с людьми. И это всегда дарит эмоции. Скандинавская ходьба, она дает очень большую особенность, нагрузку на организм. И ей можно заниматься в любое время года. Скандинавской ходьбой я занимаюсь уже более 4 лет. Пришла с преподавателями, с мастерами, с группой. Ждем, когда будет открытие. На открытии дня ходьбы вручили золотые знаки отличия амичам, показавшим высокие результаты выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из рук Дмитрия Григорианца и Алексея Тищенко их получили школьники Владислав Болотников, Глеб Мицай, Арина Рычкова, Григорий Клоков, Тамара Галкина, а также спортивный функционер Александр Коноваленко. После торжественной части 730 участников Всероссийского дня ходьбы отправились покорять дистанцию. Бок о бок шли школьники и студенты, спортсмены и тренеры, руководитель учреждений и ветераны спортивного движения. Эта энергия, она объединяет людей. Здесь все встречаются, общаются, ходят. Это замечательное мероприятие в нашем городе. Я рада, что оно происходит у нас. День ходьбы прошел очень хорошо. Сегодня позитивно, сегодня тепло. Погода порадовала. Много знакомых, пообщались. Нам очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Спасибо большое организаторам. Очень было весело. И после ходьбы мы получили сертификаты, которые останутся у нас на память. Я очень люблю подобные мероприятия массовые. Они доставляют огромное удовольствие. И так как сегодня выходной день, почему бы не начать его именно с такого потрясающего мероприятия? Радость, удовольствие, общение, физическая нагрузка. Никакие медикаменты не заменят эту ходьбу. В этот день самых юных жителей региона ждал еще один приятный сюрприз. Министерство спорта и Министерство природных ресурсов Омской области совместно с компанией «Газпром Трансгаз Омск» открыли на территории природного парка детскую игровую площадку.